Зашли в бар с Даней, с Сабриной. Дане уже сделали операцию на руку. Зашли кофе попить. Взяли кофе. Poco non vuol dire tre cucchiai. Allora, cappuccino pronto. Oh, che bello. Latte caldo freddo. Cappuccino, mi sdiela di teta è crostata. Ma c'è che sei. Chi? Fai un bel sorriso. Ti compare, niente perché ti ammiace che... ad bowling, ah. Questi sono... guarda. Ad basket, gol. Quello è che si rompe le palle. Però. Non è vero. Ah, tu ci riesci. Io sì. Ми вийшли із бара. Гляньте, які фрукти здесь продают. Яблоко, клубника. Вот, видите, апельсинки по евро, те, что я вам говорил. Это красные апельсины, мандарины. Вы на мандарина туса? No, grazie. Клубника продается. Яблоко. О, идем ди ква. И потом идем ли джу. Помидорки. Вот цукини, видите, по 3 евро. Кабачки. Синенькие. Брокколи. А вот это артишоки, картофель. Ну, гляньте, какие они дорогие. 10 штук, 8 евро. Представляете? Ну, видите, они разные. Вот это большие, 10 штук, 8 евро. А вот это 50 копеек одна. Скузами танто, Дани. Qual è la differenza tra quelli carciofi, quelli che vengono 50 all'uno e quelli vengono 10 pezzi 8 euro? La differenza tra quelli e quell'altro? La differenza è che quello fa uno schifo e questi vanno bene, questi sono carciofi romani. Ah, vedi, c'è tanto naturale da fare ciò плохие, dai. E te, вот так вот траву сюда в тазиках ложат, видите, чисто, потом надо мыть ее дома. Сабрина курит, видите, сигареты открывает. 50, вот это тоже трава. В ящиках продают. Это спиначи. А там, видите, продают сыры, прошутто разные, сальсичи. Цветы продают, гляньте, какие красивые. Тюльпаны, розы. Да, не нравятся такие тюльпаны. Это маленький такой рынок возле дома, мы в больнице были. А мама пьет на тропочек ламин. Фиалки. Теменушка. Теменушка. Дані говорить, теменушка називається у них. Ecco questo ti volevo chiedere io, Zumbiu. Questi da noi. Кстати, ці красиві цвіти, да. Такі дуже красиві. Зумбиу. Це мені. Вона велика фінансова. Ero contento se mi regalava qualcuno quell'albero. L'ho fatto vedere. Che devi regalare qualcuno in Russia, perché sono questi che no, mi devi regalare tu, io mi incarto e porto in casa mia e cresce lì. E ogni giorno quando faccio il video dico guarda, mi ha regalata Sabrina quell'albero. Niente, scocca salata, buongiorno. Redisca. Questi sono buoni quei zucchine tonde. Sì. Sì. E poi se li levi questo dentro o fai ripieno è una meraviglia quello. Sì, qua è bello, qua è bello. Oh, vedete che famiglia usa broccoli, soffoli. Rebu predaiut, guarda da. Ma noi poi dopo per fiori di zucca compriamo quelli in barattolo, quelli certo, pronti. Certo, ovvio, questi no. Oh, vedete, farelka predaiutza. Calmare. Pigiame, oh, c'è tutto cagnetto. Lupini. А вот видите ракушки вот эти, коцы, люпини. Это очень вкусные, да, не всегда макароны с этих делала. Это свои пиджамы для детей.
помидорки. Да сюда, но это утром надо сюда идти, чтобы купить что-то хорошее. А вот видите, как картофи готовые, артишоки продают, вот. А вот эти красные апельсины какие классные. Картофи дичи. Ma guarda, ma pure fiori di zucca, guarda come i zucchini come sono belli qua. Questi li puoi usare per cucinare, per mettere un zucchino o un fiore di zucca. Noi dobbiamo andare ancora più su. Fatto bene, uno da fare così. Da noi потихоньку. Мужчина в одеянии. Такой маленький рынок, надо пешочком сюда идти. Ну, мы сейчас будем идти домой. Сюда не сегодня останется у меня. Здесь мясо продают. Орехи, видите, как в этих по 10 килограмм в пакете. На развес. Салями, разные оливки. Вот макароны, видите, как продают по 3. Такие бублики по 2,50. А тут уже дороже. Мандарины. Яблоки продают. Помидоры, артишок. Это парни работают, салат чистят здесь. Вот так вот привозят, видите, в машинах вот таких привозят и потом продают. То, что мне не нравится, что они моют в вот таких грязных тазиках салат. Поэтому лучше все-таки покупать в супермаркете, понимаете? Потому что мало ли, купишь вот так вот салат, а в супермаркете он чистый, помытый, и все. А здесь на улице надо еще мыть дома его. Пришли домой, гляньте, что Вилли делает. Гляньте, что делает, гляньте, что делает. Тапочки погрызли. Ты зачем тапочки погрыз? Зачем погрыз тапочки? Ну какой маленький кабанчик, кабанчик такой. Погрыз тапочки, погрыз. Николай и Софиль. Такой. Салюта, Вилли. 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 Ладно, ребята, всем пока.